Экскурсию по ключевым точкам для главных бизнес-партнеров провел лично полпред. Юрий Трутнев показал иностранным гостям презентационный холл первых территорий опережающего развития. Пока их 9, в том числе и 2 приморские. Особое внимание проекту – свободный порт Владивосток. Он упростит транспортные, финансовые и торговые потоки всего Дальнего Востока и станет главной приманкой для инвестиций извне. После полпред привел иностранцев в «Зеленый холл». Здесь все посвящено теме сохранения уникальной природы Дальнего Востока и развития на территории экотуризма. Гостям рассказали о редких амурских тиграх и дальневосточных леопардах и предложили помочь спасти этих кошек, поучаствовав в благотворительном аукционе. Участники форума могут приобрести часы с якутским алмазом, бивень мамонта или картину, нарисованную на перьях птиц, и многое другое. Закончилась экскурсия на набережной ДВФУ. На дне форума она превратилась в улицу Дальний Восток. Здесь представлено творчество и культура каждого из 9 регионов. Полпред подчеркнул, сотрудничество не бывает принудительным. Это дело добровольное. Инвесторов нужно убедить полюбить Дальний Восток. У меня были очень конкретные встречи, очень конкретные переговоры. Люди действительно настроены здесь работать, но я человек немножко суеверный, поэтому по итогам первого дня я ничего особо рассказывать не буду. Дождемся завершения форума, подведем черту.